Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня очередная склейка моего видео, которое у меня было по частям. Был отдельно узор для этого жилета Шанель. Да, это Шанель, я попыталась его повторить, ну и максимально по моим возможностям приблизиться к оригиналу. Вот. Итак, в этом видео вас ждет подробно вот этот же узор по фрагментам, как бы нити, шишечки, как все это делается, вывязывается. И вторая часть этого видео — это подробный мастер-класс уже в нескольких размерах, вот уже самого жилета. Ну и в конце, естественно, вы увидите этот жилет на мне. Итак, пожалуйста, кому интересно, вяжите и показывайте мне. Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня у нас узор для жилета от Шанель. Смотрите, девчонки, я навязала образцов, пробовала разные спицы, пробовала подмот, вот, пробовала два сложения. Боже, как мне нравится вот эта пряжа, девчонки, Милана Ярлар. Вот правда, это я вам говорю честно, на ощупь вообще шикарная, вообще, она, конечно, не совсем бюджетная, но и недорогая, такая среднего класса, но просто прелесть. Все возможное я пробовала, остановилась вот на вот этом вот варианте. Тут и пушка как бы для этого жилета, ну вот из того, что у меня есть. Возможно, если бы у меня было чего-то побольше, я что-то бы другое взяла. У вас же... В данный момент у меня такой набор как бы пряжи, поэтому я вяжу вот так вот, буду вязать, уже вяжу, вернее, снимаю вам, сегодня снимаю узор. В общем, у меня основная пряжа — это Ярнард Милана, 8% альпака, 2% шерсть, 8% вискоза, 64% акрил. Ну очень классная вот это вот, правда. Ссылка на магазин будет для Украины, будет под видео в описании, если что. Вот, для России, девчонки, не знаю. Ну, у вас, я думаю, своих достаточно магазинов. Тут важно название. И взяла я в подмот вот эту, вот, кстати, о ней я такого, как бы, сказать не могу. Как вот этой вот, если вы захотите именно из этой вязать и что-то взять в подмот, вот честно скажу, не берите эту, потому что подозреваю, что она колется. Во-первых, подозреваю по ощущениям, во-вторых, писала подписчица, что колючая пряжа. Опять же говорю, потом у меня просто сейчас нет другого выхода, а жилетку хочется вам связать, вот хочется. Вот поэтому я взяла эту пряжу. Вам же рекомендую, если что, если будете брать в подмот что-то для пуха, возьмите пух норки, девчонки, без вот этой дополнительной нити, которая идет в пухе норки, просто одну нить пуха норки будет вообще бомба-ракета этот жилет. Вот, но я беру эту, вам показываю на всякий случай. Вот, потому что вот эта вот структура мне больше всего нравится. Она и по плотности, как бы, вязания мне более всего подходит. И пух дает вот это вот. Хотя и в этой немножко такие ворсинки пуха есть, но не настолько, насколько бы мне хотелось. Вот, в самом оригинале у нас вот такой вот лист большой и вот такой вот маленький перевертыш. Вот. И мы сейчас... Ой, у меня тут маленькие спицы, мне нужно их заменить. Мы сейчас пройдемся параллельно, будем вязать и тот листик. Вы их попробуете, пока я выложу видео, попробуйте, потренируйтесь. И очень скоро будет видео. Вяжется он быстро. Уже в голове у меня сложился план, как эти листья как бы расположить, ну, чтобы было все максимально удобно, как это все привести в действие. Ваша задача сейчас пробовать узор. Вот. Так, что еще хочу сказать? Сколько пряжи, сколько всего? Предварительно могу сказать, что 100 грамм вот этой, 250 серой, но все это будет в том видео. Сейчас же мы разбираем узор. Вот она, одна схема, этот листик начинается с изнаночного ряда, этот листик большой начинается с лицевого ряда. Лицевой ряд у нас по изнаночной глади идет этот листик. Он у нас
как бы идет параллельно своей схемой, то есть он не забирает петли из основного узора. То есть здесь у нас, видим, я написала как бы два ряда, первый и третий, вот этот стебелечек, но там его нет, он только как бы с третьего начинается, и в одном, по-моему, вот этот стебелечек вот в начальном первом листике, он идет снизу. Об этом я буду говорить в следующем видео, ну, то есть подробно это все мы будем по рядам, по петлям разбирать, куда уместить эти листики. Сейчас мы разбираем сам листик, как он вяжется. Вам нужно натренироваться, чтобы потом не путаться в этих двух схемах, потом уже, когда будете вязать жилет. Сейчас вы потренируетесь и подождете, пока я доделаю мастер-класс. В течение недели, обещаю, будет. Вяжется очень быстро, как бы сам жилет небольшой, плотность такая хорошая. Вот, значит, что я делаю? Провязываю третий ряд, одна лицевая и пошла дальше. Сейчас рядышком будем вязать второй, вернее, он начинается с петель. Первый ряд у нас изнаночный, вот я нарисовала здесь единичку, поэтому мы этот ряд вяжем без изменений до конца. Так, в изнаночном ряду мы располагаем этот листик, опять же, точно так же, я все буду говорить, мы это все будем разбирать. Вот, значит, я его, допустим, мне нужно расположить здесь, и я одну петлю провязываю изнаночной. Схемку я сейчас в уголочек вам вставлю, на всякий случай, все, обе схемки, чтобы было удобнее. Вот, потому что, скорее всего, вам не очень будет видно здесь. И все, одну петлю. Так, вот она, наша косичка, лепесточек. Его мы провязываем в изнаночном ряду, изнаночной петлей. Все петли провязываем изнаночными. Так, третий ряд, вернее, ну да, здесь он у нас второй, то есть лицевой ряд. В лицевом ряду здесь обозначены одни лицевые ряды, первый ряд только изнаночный, там где мы начинаем. Здесь вот просто неудобно, что здесь у нас, ну, неважно, все равно они хаотично будут расположены, эти лепесточки. Это я сейчас просто параллельно вяжу. Значит, здесь у нас пятый ряд. Так, значит, накид, лицевая, накид, классический накид. И вяжем дальше. Вот пятый ряд. Давайте сделаем вот так вот. А здесь у нас второй ряд узора. Так, и во втором ряду узора, девчонки, я делала вот петли, добавляла, здесь у нас не классический накид, здесь у нас я вот добавляла из вот этих вот, то есть предыдущую петлю я достала лицевую, теперь это центральная лицевая, и из предыдущего ряда. И вот образовывается у меня здесь дырочка, чего не хотелось бы, она, конечно, немножко затянется. Вот, таким образом мы будем и дальше добавлять, вот они, протяжечки. Но я вот о чем подумала, что первую петлю, вот я сейчас попробую, мне не хочется, чтобы была здесь дырочка. Вот это. Вот, я сейчас попробую сделать из первой петли 3. Как бы. Раз, два, три. И посмотрим, будет ли дырка. Если будет, сейчас посмотрим дальше, оно уляжется. И мы решим, здесь делать протяжки или просто из одной 3. Это как бы в начале. Далее мы будем как бы поднимать. Так, значит, изнаночный ряд мы вяжем по узору, то есть основную гладь.
лицевой петлей, лепесток изнаночный. Так, здесь у нас седьмой ряд, а здесь у нас будет четвертый ряд. Так, одна лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Здесь же мы будем поднимать вот из предыдущей петли. Подняли петлю, провязали, то есть таким образом добавили. По центру 3 лицевые, здесь из предыдущего ряда подняли, провязали. Вот все равно у нас получается здесь дырочка, как ни крути. Вот, все, девчонки, значит, вяжем так, как я показывала изначально, и не заморачиваемся. Вот, пусть будет. Ну, а что делать? Изнаночный ряд по узору. Так, девятый ряд. Две лицевые, накид, лицевая, накид, две лицевые. Здесь у нас шестой ряд во втором лепестке. Ой, здесь опять же в начале петля предыдущего ряда поднимаем покорушечка и провязываем. И здесь, и в конце. Это у нас шестой ряд. Изнаночный по узору. Классика. У нас все. Все в изнаночных рядах по узору, кроме первого ряда маленького лепестка. Так, здесь у нас 11 ряд, здесь 8. Три лицевые в большом лепестке, накид, лицевая, накид, три лицевые. Так, маленький лепесток, последний раз, вот восьмой ряд мы поднимаем, добавляем петли. И в конце все. Так, 13 ряд, здесь 10.
4 лицевые. Накид, лицевая, накид, 4 лицевые. Так, здесь у нас 3 лицевые. 10 ряд, 2, 3. 3 петли вместе. Таким вот образом, вторую мы ставим поверх первой. И провязываем 3 петли вместе лицевой. 3 лицевые. Так, 15 ряд. Раз, два, три, четыре. 5 лицевых, накид, лицевая, накид, 5 лицевых. Здесь у нас 12 ряд во втором лепесточке, 2 лицевые, 3 вместе, 2 лицевые. Так, 17 ряд. Здесь мы просто провязываем лицевыми. Все 13 петель. Так, второй лепесток, это у нас 14 ряд, 1 лицевая, 3 вместе, 1 лицевая. Так, тут у меня заканчивается розовая нить, я уже продолжу таким, ну, просто серым цветом. Я думаю, вам это мешать не будет. Кстати, эта нить у меня заканчивается. Ну, в общем, сейчас привяжу еще одну серую, розовую не буду добавлять. Все равно этот образец будет распускаться. Узел я делаю
Узел я делаю обычный, потому что его тоже буду развязывать. Так, что у нас здесь? 19 ряд. А там у нас 16 ряд. Ой, сразу чувствуется, что нить одна. Хоть та это не пусенькая, но все равно чувствуется, что... Так, здесь 2 вместе лицевой с уклоном влево. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевых и 2 вместе лицевой с уклоном вправо. У второго лепестка у нас осталось 3 петли, просто 3 вместе лицевой. Так, это у нас был 16 ряд. Все, этот лепесток мы закончили. В изнаночном ряду вот здесь вот мы можем уже вязать лицевыми петлями, и у нас закончится лепесток. Можем еще раз одну эту петлю провязать изнаночной, и тогда как бы типа веточка. Ну, это не веточка, ну вот такой вот. Сейчас я провяжу. Нет, вот оно, видите, если в изнаночном провязать, вот так вот выглядит этот лепесточек. А я сейчас наоборот попробую провязать лицевой, и тогда мы увидим, как это выглядит, и вы потом уже будете делать на свое усмотрение. Так, я провязываю лицевой. Так, здесь у нас 21 ряд. Так, 2 вместе лицевой с уклоном вправо. 7 лицевых. 2 вместе лицевой с уклоном влево. Ой, здесь у нас влево, извините, девчонки, а здесь у нас вправо уклон. Так, здесь у нас, вот, кстати, мне так нравится больше. Лепесточек выглядит вот таким вот образом, а вот это вот мне не нравится. Все-таки, да, все-таки лучше вот так вот, как я из боковушечки добавлять. Так, 23 ряд. Две петли вместе лицевой с уклоном влево. 5 лицевых и 2 петли вместе лицевой с уклоном вправо. Так, что у нас следующее? 25 ряд. Две петли вместе лицевой с уклоном влево, 3 лицевые. 2 петли вместе лицевой с уклоном вправо.
сужается наш лепесточек. 27 ряд. 2 вместе лицевой с уклоном влево, 1 лицевая и 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Вот 3 петельки осталось. Так, и последний, 29 ряд, мы просто провязываем вот эти вот 3 петли вместе лицевой, меняем местами тоже, и все. В следующем ряду мы вяжем лицевой. Вот мы заканчиваем лепесток вот сейчас. Вот далее у нас идет основной узор, и мы уже больше ничего не вяжем. Основной наш этап — это наши вот эти вот как бы косички, да, связанные крючком. Я взяла крючок 5 миллиметров. У меня основная пряжа, я беру вот как у меня ниточка в два сложения, я вязала, да, одна такая, одна такая. Я беру еще вот эту вот нить и складываю в два сложения. И вот сейчас я рисую. Рисовать буду вот этим маркером исчезающим. Его вообще не видно. Если у вас есть мел, да, цветной, либо какой-либо, то вы рисуете мелом. Я думала, что вот фломастер будет лучше, и я купила фломастер. Вот. Узор я как бы срисовала с модели, но это будет в следующем видео. Здесь я просто показываю саму технику, как бы как я это все делаю. Значит, вот у меня одна веточка, саму веточку, что я с ней делаю. Я продеваю крючок на изнаночную сторону, вот перегиб у меня, да, в два сложения. Цепляю эту ниточку, вытаскиваю на лицевую сторону. Да ладно, вы это слышите? И вяжу по лицевой стороне. Вот нормально, как вы вяжете цепочку, но только продевая полотно, вот я его протыкаю. С изнаночной стороны я цепляю эту ниточку, вытаскиваю на лицевую. И здесь уже продеваю через вот эту петельку. То есть классическая цепочка, но она у нас проходит сквозь полотно. Опять продеваю крючок. Здесь на изнанке цепляю двойную ниточку, вытаскиваю и здесь продеваю через петельку. И так продвигаюсь вот туда, куда мне нужно. Таким вот образом. Так, девчонки, шишечка. Вот когда мы связали цепочку, да, нам нужно сделать, допустим, вот здесь вот у меня 3 шишечки по схеме. Значит, что я делаю? Первую шишечку я вот достаю петлю, ну, как бы вытаскиваю эту петлю, потом продеваю крючок рядышком, вот совсем рядышком, но как бы мимо вот этой петли. И вытаскиваю. Теперь вторую вытаскиваю из петли, вернее третью из петли, четвертую рядом и пятую из петли. Шишечек у нас будет два вида. Вот первая, как бы, на чтобы не обрезать нить, мы вяжем вот так вот и потом отступаем и вот эту ниточку захватываем и здесь фиксируем. Раз, обрезаем. Еще раз, хоп, все, зафиксировала я шишечку, как бы. Теперь эту ниточку продеваю на изнаночную сторону и здесь уже я ее как бы продеваю, чтобы спрятать конец, ну и соответственно еще больше зафиксировать.
Это первую мы так вяжем, вторую, третью мы уже вяжем по-другому, потому что мы ее будем доставать уже из, ну как бы, нить у нас рабочая будет не за полотном, а с лицевой стороны, не с изнаночной, а с лицевой стороны полотна. Поэтому будет, господи, вот так вот. Так, первая шишечка у нас есть. Девчонки, потренируйтесь, потренируйтесь. Пока выйдет мастер-класс, кто хочет вязать, потренируйтесь. Так, и вторая. Нитки у меня, видите, распущены с образца. Так, вторую мы уже нить оставляем здесь, на лицевой стороне. И вот цепляем за вот эту вот косичку. Опять же, можем за косичку ниже. Давайте ниже. И достаем. Один. Делаем накид. Два. Делаем накид. И три. И вот теперь вот здесь фиксируем. Отступаем. И там, где мы видим, вот приблизительно, где нужно зафиксировать, мы фиксируем. Раз и два. Обрезаем и выводим на изнанку. У меня тупые такие кусачки эти. Так, две. Что-то у меня здесь какая-то ляпушка некрасивая. Туда запихнуть. Так, выводим на изнанку. Вот две шишечки у нас. Ну, сейчас третью. Ну, все, в принципе, понятно. Первую вяжем из той же нити, с изнанки протягиваем, а вторую и третью уже вяжем с нити, которую мы как бы по лицу. И теперь третья. Видите? Так, здесь мы за вторую, вот за вот эту вот, как бы за ту же, только за вторую половинку. Значит, то же самое. Петля, накид, петля, накид, петля и цепляем. Вообще можно вот так вот прикрепить сначала, потом уже прицепить. В общем, смотрите, попробуйте сначала и решите, как вам удобнее. Вот и все, шишечки вяжутся вот так вот. Вот видите, еще эти завертоны я вам покажу. И в принципе все. Я же говорю, казалось, что это все очень сложно и проблемно, но на самом деле, если углубиться, то ничего сложного-то и нет. Ну, конечно же, придется посидеть, поиграться, но ничего. А как девчонки, которые вышивают. Вот вы представляете, я вышивать никогда в жизни, что-то меня этот вид творчества не привлекал. Так. Так, и последние, девчонки, наш элемент, это вот эти вот завитушечки. Они пока не разучены, они будут плоскими, девчонки. Так, значит, опять же, обычная цепочка, которую мы просто заворачиваем. Вывязываем ее по кругу. Первую завитушечку мы вывязываем основной нитью, которой цепочка вязалась. А потом присоединяем, как и в шишечке, так и последняя. Ну, просто, видите, я вот так вот ее завернула.
вытащила, затянула и теперь на изнаночку. Так, вторую. Потом мы ее подутюжим, и она будет красивее, плоской. Так, вторую. Вот смотрим, как мы хотим расположить. Вот, что я вижу. Я бы ее сюда провязала. И третью сюда. Значит, я беру из вот этой вот петельки. Вяжу. Можете нарисовать, да, потому что я же говорю, у меня что-то я думала, сделаю лучше. Теперь я вяжу вот так вот улитку. Вторая. Так, и последний лепесток мы запустим вот так вот, где-то отсюда, из центра. Можно, кстати, отсюда, прямо из вот этой вот петли предыдущей, откуда мы вязали две предыдущие завитушки. Я здесь вытаскиваю петлю и перескакиваю. Смотрите, следующее провязываю между вот этими кружочками, и пару стежков я продвигаюсь вперед, и теперь я начинаю закручивать. Много, много ниточек цепляюсь, ну, ничего. Так, вот так вот получается. Сейчас я вот это все
Еще закреплю здесь и все. Еще один тип завитушек с веточки. Я такими буду заполнять пустые места. Сейчас я вам еще покажу его. Вот, это в конце цепочки, да, когда у нас вот, цепочка. И закончилась тремя вот такими вот завитушками. Вот что-то у меня вот эта петля какая-то неаккуратная. Вот, подтянула. Все. Либо вот, смотрите, я решила, что буду заполнять, да, места, те, которые у меня пустые. Вот эту завитушку, вот здесь две, у нас есть по плану. Но еще я буду где-то здесь добавлять. Еще пока не знаю, все вы увидите в следующем видео. Мой план действий. Сейчас просто из, как бы, из цепочки, из середины вам покажу завертон. Значит, вот как вы предполагаете, что у вас где-то со середины пойдет вот так вот завитушка. Вот отсюда берете, вывязываете сначала цепочку, ведете ее туда, куда вам нужно, как вы нарисовали. Так, и здесь уже она не сразу, а как бы вот такой вот заход я сделаю. Заканчивается ниточка. Видите, поэтому я заворачиваю сюда. Можно было бы сделать дальше, но я делаю так, потому что мало отмерила нить. Ну, вот видите, все. Ну, я думаю, понятно. Так, вот, видите, заходите от... По идее, должно было быть вот так, но у меня поменьше получилось. Ну, в общем, из цепочки вывязываете еще цепочку и на кончике делаете завитушечку. Так, ну, в принципе, девчонки, все. Основные ключевые моменты я показала. Обвязка с шишечками, это будет уже в основном видео, ну, то есть пройма горловина. Здесь по этому, по передней детали я вам показала основные приемы, узор. Вы пока сейчас тренируетесь. Я это все доделываю. Видите, я уже в финальной части. И оперативно вам выкладываю видео. Еще я здесь дополню, мне не нравится наполнение. Мне нужно здесь еще чего-то дополнить, да, смотрите, правда же, вот здесь какую-то завитушечку, вот здесь, ну, в общем, подобавляю я так, чтобы это было как-то более закончено, хотя и так оно вроде бы ничего, не, ну, надо здесь где-то шишечки еще добавить, вот, может, здесь шишечки, да, да, наверное, здесь, в общем, ладно, сейчас я еще буду думать. Вот. А вы пока пробуете это все. Потом доделаем в следующем видео, девчонки. Все. На сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока. Здравствуйте, мои дорогие зрители. С вами школа рукоделия. Я Вика. Сегодня мы начинаем великое дело. Наш жилет Шанель от Шанель. Есть у меня первое видео, где я разбираю узор и косички, вот все, не считая вот этих вот шишечек. Все узоры отдельно в видео, перейдите туда, посмотрите, попробуйте, только тогда переходите в это видео, чтобы связать этот жилет уже когда вы умеете узор. Так, и перед тем, как начать, девчонки, я хочу такое небольшое вступление. Это не точная копия, да, потому что сейчас опять найдутся умники, которые начнут мне считать ряды и искать мои ошибки. Это просто, во-первых,
фотография некачественная, и я рассмотрела то, что я рассмотрела. Я не претендую на полную копию, так что давайте остановимся на том. Это моя версия этого жилета, так как я ее увидела, и так как я ее смогла сделать, максимально упростив ее для вас. Вот это просто мой ответ некоторым моим зрителям. В основном, конечно, вы у меня золотые подписчицы, золотые зрители, я вас очень люблю, ценю и дорожу каждой из вас. Но вот некоторые пытаются, у меня впечатление, просто они смотрят видео для того, чтобы найти ошибку и указать, и ткнуть меня в эту ошибку. Так что можете, конечно, писать про мои ошибки, но не так, как некоторые из них. Вот такое вот обращение уже записывала, но видео не вставила. Вот теперь вот предварительно говорю, что это не точная копия, это то, что мне удалось рассмотреть, и то, что мне удалось воспроизвести. Вот так вот. Так, по поводу пряжи. Немного говорила в том видео, но повторюсь в этом. Значит, я вязала из вот этой вот Yarnart Milano. По моим ощущениям, шикарная пряжа, свои отзывы пишите, пожалуйста, в комментариях, я тоже с удовольствием почитаю, потому что мое мнение, это мое мнение, я не так долго ею пользуюсь, поэтому не знаю, как она потом себя ведет. Значит, в 50 граммах 130 метров, состав у нас 88% альпака, 26%, 8% вискоза, 64% акрил. Невероятно приятная, нежная, в работе приятная, классная, ну вообще класс. Цвет 867. Для моих зрителей из Украины с удовольствием рекомендую продавца «Турецкая пряжа». Ссылка на аккаунт в Instagram под видео. Страничка новая, не пугайтесь, но она полностью под моим контролем и создана для того, чтобы обслуживать именно моих зрителей, которые перейдут туда. То есть, чтобы можно было купить пряжу на ту определенную мою модель. Я постоянно на связи с девушкой, которая обслуживает эту страничку. Ассортимент будет регулярно пополняться, это все в будущем. На связи с вами будет прекрасная девушка Елена. Обратиться к ней вы можете не обязательно Инстаграм. У кого нет Инстаграма, под видео есть электронная почта, Вайбер, Ватсап, номер телефона. Как вам удобно, пожалуйста, обращайтесь. Это мои проверенные контакты, так что не пугаемся. Я на связи, я консультирую. Поэтому задавайте вопросы, мы с ней будем обговаривать. На вопросы, которые она не сможет ответить, в любом случае я на связи, я проконсультирую по поводу моих моделей, я имею в виду. Все последующие модели на моем канале будут связаны из турецкой пряжи. То есть из пряжи турецкого производства, для того, чтобы все могли эту пряжу в любой стране приобрести. Не только в Украине. В Украине я как бы рекомендую продавца. Если вы продавец в любой другой стране этой же пряжи, пожалуйста, ко мне обращайтесь. На страничке в Instagram будут регулярные розыгрыши, лотереи на пряжу, скидки. Это все планируется. Так что, девчонки, переходим, подписываемся, следим за аккаунтом и приобретаем пряжу. Не обязательно, можно просто участвовать в розыгрыше. В общем, следите за новинками. Все полезные и нужные ссылочки под видео в описании. Вяжу размер S, вяжу в одном размере. По поводу других размеров все буду говорить в течение видео, как увеличить, потому что я располагать лепестки буду вот на этой детали, на этом количестве петель и на вот эту вот плотность вязания. 18 петель 10 сантиметров, 21 ряд 10 сантиметров. У меня получается размер S. У меня уходит 250 грамм вот этой вот пряжи, 250 грамм, это 5 моточков, и 2 мотка, и еще чуть-чуть, вот совсем чуть-чуть у меня там как бы взялось из вот этой вот пряжи. Эту, к сожалению, вам я не очень могу порекомендовать, потому что она мне не очень нравится, и отзывы я слышала не очень хорошие. Про эту пряжу мне тоже, пожалуйста, напишите. Вот, я ее беру только для того, что мне нужно чего-то добавить, вот этой толщины мне мало, мне нужно было добавить. По итогу получается вообще шикарная вещь, получается вот такой вот серый свитер с розовым пухом,
Вам рекомендую, если честно, взять пух норки. Вот правда, это мое мнение. Был бы у меня пух норки, я бы его сюда добавила, вообще не думая. Но добавляю вот эту вот пряжу, хотя не очень ею довольна. Ну, добавляю, потому что мне больше нечего. Вот так вот вам скажу. Это я довольна, это я недовольна. Поехали дальше. То есть вяжу я в два сложения. Спицы две пары, троечка на резинку и 4,5 на основное вязание. Можно взять 5, можно взять 4. Смотрите, если не попадаете в плотность, то возьмите меньше или больше. Если, допустим, вам размер нужен на один больше или на один меньше, возьмите спицы тоньше или толще. То есть варьируйте как бы спицы. Тоже выход. Можно даже на это количество петель связать на два размера больше, взяв пряжу толще и спицы толще. Вот. А если из пуха норки вязать, то вообще и пряжу не надо, только спицы толще взять. Вот. Так, ну, пух норки плюс еще какая-то ниточка, не чистый пух. Хотя можно и чистый, но дорого получится. Пух норки все-таки не бюджетная пряжа, хотя и классная. Мне нравится она. Так, поехали дальше по деталям. Я связала, у меня готовая спинка, она сейчас сохнет с лепестками, как положено, потому что я по ней буду вязать переднюю деталь. Вот я ее связала, покажу. Так вот я обозначила эти лепесточки. Это показываю для тех, кто вдруг будет вязать другой какой-то размер и не будет вписываться в мое видение. Так вот я вычисляла и потом уже по рядам как бы определяла, где начинается каждый листочек, по рядам и в сторону по петлям. У меня 82 петли, это 50 сантиметров. 50 сантиметров — это ширина вот здесь вот в чулочной, ну, в изнаночной глади, не в резинке. Вот резинку набирала красивым простым способом, на который я оставлю ссылку под видео в описании. Почему я не показываю это? Потому что мы уже вязали очень много всего и набирала петли. У меня есть жилет, вернее, там начало джемпера, половина как жилет. Вот все точно так же. Набор петель, лицевая, изнаночная гладь, вот в пройме, как я убирала петли. Я вам оставлю тоже ссылку и на набор петель, и на этот жилет, кто новичок. Но я не думаю, что этот жилетик будет вязать новичок, потому что передняя деталь достаточно такая трудоемкая и стрессовая, что ли, как бы сказать, поправильнее. Поэтому я и решила, что спинку я просто объясню. Вот у меня набраны петли, значит, 82 петли, резинка 1х1. Так, 26 рядов, 8 сантиметров. Далее перешла, ничего не добавляла. На платочную, изнаночную гладь и вязала 46 рядов. Далее, для проймы здесь я сократила передние детали. Это будет 6 петель, я вот так вот дорисую. В задней детали это 4 петли. То есть в каждом лицевом ряду провязала по 2 вместе. Здесь перед кромочной, а здесь после кромочной. То есть это всего 8 рядов. Далее 49, 98 рядов. Так, здесь у меня на высоте 98 рядов. А здесь 4, это для передней детали, это для задней детали сокращения. Значит, от резинки 98 рядов. В сантиметрах сейчас я вам все расскажу. Так, в сантиметрах это у нас, сейчас все буду мерять, здесь у меня 44 сантиметра, 44 сантиметра. Мы начинаем делать горловину, которая у нас по центру закрываем 8 петель, потом 4, 3, 2. И здесь тоже 4, 3, 2. Кому непонятно, как это закрывается, еще раз оставлю ссылочку отдельно на горловину видео. Так, и
Вот эта глубина у нас составляет вот этого, как бы, выреза 7 сантиметров, 44, 49, 57 сантиметров. Всей, как бы, всего-всего. Да, вот смотрите, ровно 57 сантиметров. Так, вот такая вот деталь. Передняя деталь. Все точно так же, кроме того, что здесь будет 6 убавлений, а горловина будет глубже. Вот. Это все там в видео, вот видите, я чертила, это уже снято, просто спинку я корректировала. Вот эти числа, они неправильные. Так, вот здесь вот расстояние до начала проймы и от начала проймы до плеча у нас одинаковое. По 22 сантиметра, вся длина 57 сантиметров. Думаю, это понятно. Сейчас так. Все, это наша спиночка. Если нужен другой размер, вот возьмите его, вот добавьте сюда, допустим, 4 ряда, ой, 4 петли. И оно у вас уже расширится на 4,5 сантиметра. Точно так же здесь. То есть делайте все то же самое, только добавляете петли. Центр у вас, лепестки будут расположены по моей схеме, чтобы не запутаться. Остальные петли отделяйте маркером, они у вас дополнительные. Схему расположения лепестков вы основываете на моей схеме. Итак, вот для передней детали я точно по вот этой вот схеме провязала 26 рядов резинки и 2 ряда провязала изнаночной глади. Теперь у нас первый лепесток, на который я вот здесь вот не провязала с изнаночной, он должен быть начинаться во втором ряду. Я ставлю вот здесь вот точку, это наш первый лепесток. Здесь мы начинаем, точка у нас вот здесь вот 30 петель, отсюда начинается, то есть 31 петля, и сверху второй ряд, второй ряд. Вот, вот наша точка находится. Сейчас я вяжу, сейчас я исправлю вот это, что я первый ряд не начала в изнаночном. 2, 3, 4, 6, 7. Так, раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот она, 31 петля. То есть 2 я еще провязываю. Отсюда считаю 30. И второй ряд. А второй ряд я уже провязала, поэтому я вот так вот возьму, распустила петлю и перевязала ее на лицевую. То есть с изнанки получается, что она провязана изнаночной. Теперь начинаю вязать вот эту вот первый лепесток. Это получается сейчас третий ряд. И продвигаюсь вверх. Здесь пока ничего не делаю. Здесь вывязываю этот один лепесток и вяжу вверх. Провязала 8 рядов. Вот лепесточек вырисовывается. Теперь у меня начинается вот здесь вот. Где-то, ну, понятное дело, что это все примерное. Большой лепесток. Я здесь нахожусь отсюда. То есть снизу это 9 ряд, а сбоку это 29 петля. То есть здесь, подождите, 9 ряд. Да, в 9 я начинаю. И 29 петля. А здесь у нас 31 петля получается с этого края, если считать. Давайте уже так установим правило, что последняя петля это лепесток. Здесь последний ряд лепесток, то есть если это 9, то 8 в 9 ряду вяжем. Если это 29 петель, то 28 мы отступаем. 29 у нас этот узорчик. Этот же мы продолжаем по схемке вязать и начинаем вязать второй. 29 на 29 петле.
28 из 29. Но, девчонки, я начинаю вязать с 5 ряда, потому что мы говорили в прошлом видео, я говорила о вот этом стебельке. Потом я присмотрела, все-таки там не стебелек вывязан. Там вот это вот, который у нас будет узор, он идет отсюда, бывает заканчивается вот так вот. Ну, то есть это мы уже будем обыгрывать этой цепочкой крючком. Значит, я здесь начинаю с 5 ряда накид. Лицевая накид и вяжу этот же лепесток по вот этой вот схеме, довязывая этот по этой и начинаю второй лепесток и вяжу вверх. Так, следующий лепесток, девчонки, так, показываю, что у меня здесь. Этот лепесток закончился, вяжу я 20 изнаночный ряд, этот у меня уже в половине лепесточек и начинается третий, то есть один закончился, второй у меня в процессе и начинается третий. Он у нас в 20 ряду начинается на 11. Да, 11 петля. То есть 11 от края. Значит, что у меня здесь? Раз, два, три, четыре, пять с половиной. Вот эти вот еще мне нужно провязать. В изнаночном ряду, да, помню, я первый раз не провязала, поэтому я переделывала эту одну петлю. Маленький листик, мы начинаем в изнаночном ряду. Так, раз, два, три, четыре, пять. И вот она, 11 петля, которую мы провязываем изнаночной. Это и будет наш листик. Вот еще хотела вам показать, что весь листик — это дополнительные петли, потом которые сходятся на нет. Здесь как бы листик не переходит в основное вязание. Вот эти вот, благодаря тому, что петли основного вязания остаются неизменными, вот эти листики получаются вот таким вот, видите, они подкручиваются и создается объем этого листика. Вот, если бы был классический листик, который компенсируется основным вязанием, да, вот эти накиды, вот, либо расположен он в шахматном порядке, тогда бы не было этого объема, тогда бы оно растянулось, не было именно вот этого красивого объемного листочка. Так, и здесь продолжаю вязать маленький листочек. Так, я сейчас провязала 29 рядов. Нахожусь я на вот этом вот этапе, смотрите, в половине одна маленькая вот эта вот, заканчивается большой лепесток, да. И сейчас у меня здесь получается четвертый у меня расположен, 40 петля, 30 ряд расположен, начинается. То есть 40 ряд, 30 ряд, это изнаночный. 2, 3. Вот и прекрасно, 40 петля у нас изнаночная, это у нас начинается вот этот вот лепесточек, я его чуть в стороне нарисовала, ну примерно по центру у нас. Так, следующий у нас лепесток, девчонки, вот здесь вот где-то он расположен у нас, отсюда 40 ряд. Это у нас 40-ка относится сюда к петлям, а здесь у нас 40 ряд и 19 петля. Так, 40 ряд. Не забываем, что у нас здесь вот проймы 44 ряда, поэтому в 45 ряду начинаем делать эти сокращения вот, для проймы. Сейчас же, что у меня сейчас уже, здесь закончено, здесь почти заканчивается. И сейчас в 40 ряду я с 19 петли начинаю делать следующий лепесточек.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 и 19 у нас изнаночная. Это и будет следующий наш лепесток. Вот, еще 4 ряда я провязываю, начинаю делать пройму. Обязательно не забываем. Так, я думаю, вы поняли по кадрам, что мне пришлось распустить. Я неправильно разместила вот этот вот листик, девчонки. Его нужно ниже. Вот я взяла корректирующий маркер. Сейчас я все буду корректировать. Я уже довязалась туда, кстати. Видите, размеченные листы. Сейчас я буду исправлять. Вот так вот бывает. Но это не страшно. Это совсем не страшно. Мы все исправим. Да? Тут же важно... Не знаю, я, наверное, плохо обозначила. Значит, этот листик у нас находится ниже. Вот где-то здесь его точка. Сейчас скажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, один, два, три, пять, четыре. 25. Значит, не 56, а... 51 в 51 ряду начинаем, и вот я его подвинула сюда. Вот здесь вот на схеме он хорошо нарисован, а там у меня расположился вот здесь вот, что неправильно. А здесь давайте я его определю от вот этого листка. Его нам нужно, сейчас я скажу. Вот если вот этот вот листик, вы оставьте после него маркер просто. От этого листика у нас пятая петля. Да? Да, 4. Вот я ее обозначила, начало. От вот этого листика пятая петля. Здесь не забываем. Вот видите, я здесь нарисовала уже больше сокращения, что делать не нужно. Это я уже поняла, потом посмотрев по модели, вот не сразу все получается. Сокращаем все точно так же, как на спинке. 6 раз. Так, и вот она, эта петля. Я из нее делаю листочек. Ой, маленький. Вот видите, в 50-м ряду, в предыдущем. Давайте сделаем вот так вот. Да что ж такое? Так, значит, это ж маленький у нас здесь. Значит, все, я сейчас вот это вот дело зарисую. Все-таки у меня здесь 50-й ряд. В общем, в 50-м ряду вот я начала... Этот листичек, это уже 51, я его продолжаю. В конечном варианте схема будет такая, вплоть до того, что я ее перерисую, и все уже, когда после всех корректировок, я ее выдам вам нормальную, со всеми числами нормальными, потому что вот это никуда не годится, запутаетесь. Вот, значит, 50-й ряд изнаночный снизу, и пятая петля от последнего листка вот здесь вот так вот будем. 4 из пятой петли вывязываем листик. Значит, девчонки, теперь у нас по плану большой лепесток вот здесь вот, я чуть его в боку нарисовала, ну, в общем, вот здесь вот он, и он у нас начинается в 71 ряду. И 16 петля от вот этого вот края. Проведите, провязала изнаночной эту петельку.
4, 5, 6, 7, 8. Вот она еще 3 петли я провязываю. И следующий начинаю делать вот этот лепесток большой. Так, ну и вяжу вверх с этим лепесточком. Так, и расположение последнего лепесточка у нас здесь снизу. Опять я не там рисую. Вот здесь вот где-то 75 ряд. 75. Сейчас я буду вязать. И от краю. Раз, два, три, четыре, пять. 10 петель. 10 петель. Это последний наш лепесток. Вот эти два больших мы вывяжем. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и последний 10. Все, я еще вяжу несколько рядов и уже пора делать для передней детали углубление. Сейчас еще несколько, я вам скажу, сколько я провяжу рядов. И здесь у нас будет последний лепесточек. Все. Так, на высоте, девчонки, вот я вяжу вот эти два листочка. Здесь у меня изменения были только в одном этом лепестке, поэтому я вставила те моменты, где тут у меня все правильно с этими лепесточками. Вот, и сейчас нам нужно начать делать горловинку. Горловинку мы делаем точно так же, как на спинке, то есть по цифрам. Значит, сейчас здесь у меня 70 петель на всего. 6 мы здесь сократили, было 82. Но, внимание, мы помним, что листок у нас считается как одна петля. Это не там 10, 12 и сколько. Это одна петля. Поэтому мне нужно закрыть в средние 8 петель. И у меня получается, что здесь у меня по 31 петле по краям. Значит, так и делаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Лепесток у нас 10 петля. Допомним, как по схеме. Считаем за одну петлю. И вяжем его по узору, как там, раз, два, три, еще один накид у меня тут получается. Так, 10, да? Вот, я уже 11 провязала. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один. Так, есть. Теперь 8 я закрываю. Так, сейчас здесь я проверяю, мне должно быть 31 петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31. Все правильно. Вяжу до конца ряда, а потом сокращаю 4, 3, 2. В общем, дальше я показывать не буду. Это классическая версия горловины. То есть здесь закрываю в следующем ряду лицевом 4, потом 3, потом 2, потом вяжу ровно. Ровно вяжем
Потом скажу, сколько. Нам же нужно закончить лепестки. Так, потом скажу, сколько. Ну, идут 20 всего, я так думаю. Вот. Так, вот такая вот у меня получилась передняя деталь, девчонки. Так, я вот, смотрите, взяла все фотографии, я по кусочку собирала этот пазл. В общем, собрался вот он у меня в такую схему. Ее скрин я еще тоже вам добавлю, потому что мало ли как снимает камера, может чего не видно. Что я сделала вывод? Очень четко там всех вот этих ходов не видно. Вот правда, не видно. Поэтому я, у меня вот такой вот маркер, который исчезает через 12 часов, как мне пообещали. И я вот им буду рисовать и вышивать. Ну, в общем, по ходу, потом я так, основные такие, как бы, дорожки я нарисовала. Вот. Но я буду делать по-своему, вот и вам рекомендую, потому что вот точного распределения, как бы, трудно угадать, да, там же ряды не посчитаешь. Если бы вещь была у меня, я бы посчитала ряды, и все бы точно, и точно бы отобразила вот эти вот, как бы, виноградные, лозу вот эту виноградную, или как ее назвать, неважно. Вот, ну я так приблизительно, как бы, сняла с модели, ну там и бижутерия, вот украшения, ну не видно. Я просто визуально, как у меня расположены вот эти вот лепестки, приблизительно буду рисовать. Весь процесс я вам сейчас, как бы, засниму немым кино. А вы смотрите, вот основные тоже, рисуйте основные линии, да. Вот у меня, допустим, я возьму вот эту вот, вот она так здесь начинается, и у этого лепестка заканчивается. Как я вяжу вот эти вот цепочки, вы смотрите в первом видео, да, технику выполнения, вот. И куда? И сюда, да? Вот, это все есть в другом видео. Далее, что еще хочу сказать? Что? Что? Потом пустые места я просто буду заполнять вот этими вот шишечками и завитушками. Вот если у меня, допустим, появится пустое местечко, я его заполню. Но это все, как бы, по ходу, как бы, буду смотреть. Вы смотрите, а потом вот моя рекомендация. Нанесите так основные линии, а потом уже заполняйте, где будет пустое место, допустим, заполните чем-то, либо веточкой, либо шишечками, ну вот как-то попытайтесь заполнить это все дело.
Сейчас я на том этапе, когда все, что я видела в видео, в фотографиях, я как бы исполнила. Еще вот у меня одна сюда ветка. И все. Все остальное, либо оно там есть, либо я не вижу, но я бы еще чего-то здесь добавила. Поэтому я буду добавлять, все, что я буду добавлять, я буду рисовать в эту как бы схему. Вот я, допустим, вот эту соединить, вот эти два лепестка обязательно. Ну, все, в общем, все, что я добавлю, я сюда прорисую. Еще вот эту вот довяжу веточку. Ну да ладно. В общем, все будет потом в этой готовой схеме. Пусть неправильном как бы масштабе, да, но примерно вот так вот. А вы размещаете вот как вы видите, да. Я, допустим, основные линии скопировать, а потом добавить, заполнить, может, у вас другой размер будет, заполнить, если вы добавляли здесь как-то эти все. Ну, в общем, импровизируйте, девчонки, потому что по-другому я не вижу, как сделать так, чтобы прям вообще было круто. Thank you.
Ну вот, я нарисовала все, что я нанесла на, как бы, на деталь. Вот так вот красиво. Мне очень нравится. Очень эффектно и красиво, на мой взгляд. Когда были просто листочки, у меня было такое ощущение, что такой лысости, непонятности и ужасности. Вот было такое лысое, некрасивое. Вот сейчас вот с этими, как бы, цепочечками, оно уже, образ завершился, устаканился, и все уже мне очень нравится. Вот сейчас я сошью боковушки и плечевые швы, и мы будем обвязывать, ну, срезы. Вот такая вот передняя деталь у меня получилась. Мне все очень нравится, все очень красиво смотрится. Я еще немножечко пройдусь утюжочком. Вот эта вот схема, на которую я нанесла уже все линии, которые вывязала я. Вы смотрите, если вы будете добавлять, допустим, вот, то распределяйте, растягивайте эти все линии, вот нанесите листья, как бы, по моим расчетам. А вот эти вот дополнительные, вот эти вот все линии, если у вас тут деталь будет шире, вы просто растяните, добавьте чего-то, ну, чтобы все смотрелось красиво. Ну, в общем, девчонки, вы знаете, вы у меня умнички. Сейчас я складываю лицевыми сторонами вовнутрь, еще и утюжочком пройдусь немножечко, и сошью боковушки и плечики, и будем обвязывать. Так, девчоночки, мы переходим к обвязке. И я вот, посмотрите, я вам похвастаюсь уже даже. Я один рукав обвязала. Мне понравилось. Я миллион способов испытала, испробовала, попробовала. Но по итогу... Боже, у меня везде бардак, короче, везде. По итогу остановилась на вот этом. Вот он, конечно, необычный, непривычный, возможно, выглядит как-то не так, как должен, но это максимально приближенное к оригиналу. Другого, как бы, способа я просто не нашла. Я пробовала, оно все выглядит не так, и вот это единственный вариант. Но по итогу, вот как у меня здесь картина складывается, честно вам скажу, девчонки, я в восхищении. Вот правда, по итогу вырисовывается очень шикарная вещь. В общем, класс прям. Так, значит, что для обвязки? Я набирала петли, вот получается, что по одной петле из каждой кромочной, но набирала я их не из кромочной, а вот тут вот между рядами, как бы через два ряда, если так взять. Вот раз, два, и достала петлю. Вот они, раз, два. Тут сокращение не очень видно. Сейчас я вам там дальше покажу. Так, вот здесь вот хорошо видно, видите, вот как кромочная петля, и она цепляется за два ряда. Вот между этими рядами я и вытаскивала одну петлю. Таким вот образом. Всего, сейчас я вам скажу, сколько петель. Шестьдесят одна петля у меня. Здесь у нас обвязывается чулочной кладью, поэтому нам это не страшно. У меня опять сверлят соседи. В общем, я уже вот успела кусочек снять и сижу. Значит, я быстренько вам скажу. Значит, сейчас я вяжу один ряд по кругу изнаночными петлями и 6 рядов лицевыми. Далее потом мы встретимся, потому что невозможно снимать.
Так, вот я 6 рядов провела, всего-то 7 рядов, один вот изнаночный и 1 лицевой, 6 лицевыми петлями. Сейчас я вот ниточка у меня в иголочке, я просто буду подшивать. Вот эти все концы спрячу вовнутрь, вот таким вот образом буду подшивать это все дело. Притом сейчас покажу, в чем особенность. Мы хватаем, вот пришиваем сюда, там, где мы набирали петли, чтобы вот этот как бы край спрятался туда вовнутрь, в эту обвязку. Так вот по кругу все я подшиваю. Нить мы берем, как и для вот этих вот шишечек, вдвое основную нить цепляю вот таким вот образом. Так, начинаем от шва, вот он здесь, подцепляю именно на сгибе и вывожу нить сюда. Протяжечку делаю, где-то у меня здесь 1,5 сантиметра, накид, и сюда же еще одна петля. Здесь у нас шишечки меньше, из 3 как бы петель, 1, 2, 3, то есть 3 протяжки, и провязываю ее один раз и второй раз. Далее передвигаюсь вот так вот под мышкой, вот нужно чуть больше как бы продвинуться, чтобы стянуть это место, и прям вот так вот продеваю насквозь эту обвязку. Так, и прихватываю эту шишечку. Так, снова вытаскиваю накид. И вот отсюда вот, видите, накид из самой петли. Вытаскиваю третью. Провязываю, еще раз провязываю. Так, смотрю, как у меня, куда оно ложится. Прикрепила. Вот вторая. Третья. Протягиваю. Накид. Отсюда. Третья. Провязала, прикрепила. То есть то же самое, вот только из 3, как бы здесь у нас было из 5, вот такие вот они объемные. Пробовала я из 5, девчонки, очень получается грубо и большие сильно. Вот такие вот из 3 захватов, они самые хорошие. То есть смотрите, насколько вы вытаскиваете эту петельку и насколько она у вас как бы покрывает проймы. Ну так, чтобы ложилась, вот видите, чтобы не стягивала, и естественно ложилась. Вот, пожалуйста, опять мы сверлим. Так, вот провязала я, уже начала вязать горловину, вот, не дают мне. Провязала, видите, по кругу, и последнюю шишечку я вот так вот подтягиваю, чтобы под мышками у нас ничего не собиралось. Зачем нам это, правильно? Вот, вот и все. В принципе, все одинаково. Я вот набрала, сейчас я вам еще расскажу про петли проймы. Я набрала петли проймы, там по-другому чуть-чуть, ну как, не по-другому. По-другому, потому что здесь-то у нас кромочные, да, а там у нас не кромочные, поэтому вот по моим расчетам я сейчас скажу, вот здесь у меня 24 шишечки всего вот так вот влезло. Вы смотрите, так чтобы не было и стянуто сильно, и растянуто, чтобы шишечка не растягивала эту пройму.
Далее, что по горловине? По горловине я набрала 61 петля, у меня получилось вот так, кинопройме. Здесь я набирала из кромочных, а здесь я набирала как бы произвольно, вот воссоздавала как бы тот, как бы те промежутки между петлями, как и здесь, да, поэтому у меня произвольный набор, то есть из каждой петли это много, там нужно как бы в промежутках набирать. Вот, и получилось у меня 61 петля, то есть по сути то же самое, как и в пройме, вот такая вот горловина должна получиться. Визуально я смотрю, что она как раз классная, то есть я повторяю все то же самое, такое же количество петель у меня в горловине, как и в пройме. Девчонки, вот он мой готовый результат. Вы знаете, я довольна, и вот только что я фотографировала в своем лифте на себе этот жилет. Вот, чтобы вам показать. Что хочу сказать, что не колется эта пряжа. Я почему-то думала, что она будет колоться, потому что я гиперчувствительная на всякие колючестости и такие непонятки. Но, вы знаете, нет. Так что не знаю. Смотрите сами. Либо замените на пухнорки, да, на все что угодно, что вам удобно, замените, да и будет вам счастье. Вот. Но даже не бойтесь вот этой вот пряжи, из которой вязала я. Я думала, будет колоться, и по отзыву я читала, у меня там комментарий был, что она колется. Вот. Ну, нет, пока нет. При этом я на один бюстик одевала. Все, девчонки, вяжите, пусть у вас будет вот такая вот интересная жилеточка. Все, а на сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.